душевный покой. Внутренний покой. Внутренний покой. Мастер Шифу! Мастер Шифу! Кто у нас тут? Пираты? Вандалы с Вулканской горы? Да неважно кто! Я всех победю! Меня просто прет! Надо что-то делать, вы понимаете? А что вы делаете? Упражнение мастера Угвея последнее. Внутренний покой. Внутренний покой. Вот это клево. А внутри чего? Это новый этап твоего обучения. Каждый мастер должен найти свой путь к внутреннему покою. Некоторые предпочитают 50 лет медитировать в пещере. Вот так. Забыв там о любой еде и воде. Или... Другие проходят через боль и страдания, как я. О, день, когда тебя избрали воином дракона, был худшим днем в моей жизни. До сих пор ничто с этим не сравнить. Это было самое ужасное, болезненное, разрушающее мозг мгновение... Ну ладно. ...которое мне довелось пережить. Но когда я понял, что проблема не в тебе, а внутри меня... Я обрел внутренний покой и сумел обуздать энергию Вселенной.